Картины, которые художник отпустил за горизонт событий. Этот астрофизический термин, связанный с черными дырами, Сергей Жилин применяет и к искусству, чтобы обозначить черту, за которой работа уже не может влиять на создателя и живет сама по себе. Я думаю, на другом конце той вселенной, той черной дыры, там просто другая вселенная, и там что-то рождается, что-то совершенно... То есть те же самые мои картины там, наверное, могут совершенно в другом виде, как так сказать, в другом молекулярном каком-то объемно-пространственном. То есть об этом можно только предполагать. Ну, у меня, во всяком случае, какое-то такое провидение бывает, то есть я предполагаю и как бы даже знаю, куда иду и что будет. И куда вы идете? В будущее, за горизонт событий. Сергею Жилину в этом году исполнилось 60, Иркутску – 360. Два юбилея и стали поводом для большой персональной выставки. С городом у художника особенные отношения. Он приехал в 83-м из Омска после окончания технологического института. Распределился в Иркутск по собственному желанию. Пришлось даже уговаривать комиссию отправить его к Байкалу. Иркутск ожидания оправдал. В то время здесь работали выдающиеся художники: Виталий Смагин, Анатолий Алексеев, Галина Новикова, Борис Десяткин. Ну и, конечно, покорила творческая бесконечность для любого живописца – Байкал. Я причем из Омска вез свою жену, я вывозил ее сюда в ссылку, так сказать, в кавычках. У меня, так сказать, аргумент был железный. В Иркутске вода, которую можно пить прямо из Байкала, не кипяченую. В Иркутске воздух из натуральных сосен, то есть его не надо фильтровать, ну и так далее, и так далее. Вот, то есть начиная вот с природы, ну а потом Байкал, как вы все понимаете, это такое удивительное явление, что там какие-то средиземные моря и прочие-прочие острова иногда даже не могут, как бы, так сказать, сравниться. Выставка «Горизонт событий» собрала и ранние работы автора, и совсем новые, только из мастерской. Сам художник определяет свое направление как русский авангард. Искусствоведы называют этот стиль лирическим символизмом. Здесь разные настроения таинственного Иркутска, многоликость Байкала и чистота души сибирских людей. Открыта экспозиция до 29 августа в главном здании художественного музея. Марина Беклемишева, Артур Рощупкин, АЭСТ ТВ.